встретятся мы самые такие с точки зрения потребителя закупленные банки. Лишняя розница им нафиг не нужна. Но зато их виза работает везде. В Штатах, в Канаде. Все равно эти мастер-карты, потому что виза, когда в Европу едешь, она конвертируется в рубли через доллар и евро. Если бы там карточка, то такая проблема не стоит. Там, правда, ты тоже попадаешь аккуратно на адрес, что там это не доллар, а евро. А мастер-карты в России это не банк, я даже не парюсь, если бы его помочь, да? Там они все делят, поэтому они все делят. Ну, вот эти карательные ну да, мне Кожокин, такой же тогда говоришь, два я широко лоба, твой бывший коллега в газетном Летчик притормозил. Не напугало, но так.